Как и многие его сверстники, 11-летний Шамиль Биджиев любит автомобили. Больше всего ему нравятся скоростные гоночные машины. Мальчик мечтал как-нибудь прокатиться на такой, даже написал письмо президенту России с просьбой об этом. И вот сейчас Шамиль сидит за рулем настоящего гоночного авто. А до скольки оно разгоняется? Смотри, разгоняется по-разному. На спорт-режиме до 280 может разогнаться. Так, а на обычно, драйве? На драйве так 240-260. Хорошо. Исполнить мечту мальчика взялся коллектив Министерства физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии. Необходимая машина нашлась у форварда футбольного клуба «Нарт» Расула Бастанова, который с радостью помог исполнить мечту юного земляка. Рулить машиной самому ребенку, конечно, рано, но его прокатили на пассажирском сидении и даже исполнили несколько эффектных трюков. Шамиль был в восторге. Малыш остался доволен, ему все это понравилось, на хороших впечатлениях, на эмоциях. Вот, мы желаем, чтобы мечты всех детей сбывались. Все были детьми, все тоже, когда видел, что проезжает такая машина, была мечта, что вырасту, куплю себе такую, буду на такой кататься. Я надеюсь, что Шамиль сегодня порадовался, что вот посмотрел, да, какая машина может быть изнутри, прочувствовал. Позвал Шамиля на матч, обещал мне прийти, поддержать меня. Поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы позвать всех жителей КЧР в субботу на домашнюю игру против «Динамо» Старополя. Теперь, когда Шамиль смог почувствовать себя настоящим гоночным штурманом, его любовь к автомобилям стала еще сильнее. И ребенок понял, мечты сбываются. Мне понравилось самое быстрое, что оно очень быстрое и хорошо боком давало. И салон маленький, ну, не такой просторный, но это из-за этого, потому что она гоночная. Мне понравился вид, салон, руль, листки. Я так, на такой машине и мечтал прокатиться. Он вообще в восторге, он так мечтал об этом, не знаю, даже сбылась его мечта. Большое спасибо президенту. Вот эта ситуация, наверное, внедрила ему силы, уверенности в себе, и что вот мечты всегда сбываются. На прощание Шамилю все-таки дали возможность утолить жажду скорости. От регионального Минспорта ему подарили абонемент на посещение картинг-клуба. Эрнест Чуков, Саид Исмаилов, Архиз, 24.